Даже Мейн-куна признали. Назвали Мейн-куна. Это, видимо, кличка помогла. Не, он и в размерах такой большой, и ушки вот эти. Так ему полгода уже. Какой полгода? Ему 3 месяца, еще не 3 месяца. Дата рождения, помните? 20 октября. Что-то мы в эти праздники прописались у ветеринаров. Стоит поездить по ветклиникам. Ну давай рассказывай, зачем, куда ездили, что было вообще. Ну у нас Кунчик, скорее всего, простудился. Он начал подниматься к нам наверх, к двери. Скорее всего, продуло, и появились сопельки. Вначале в одну клинику обратились, там прописали лекарства. Но они не помогли, а более того, стало хуже, то есть у него глазки потекли. И, собственно, сегодня ночью мы поехали в другую клинику. Вот, и там прописали немножко другие препараты, прописали капельки в глаза. Ну, малыш. И сегодня утром мы еще поедем сдавать анализы. Вот. Ну, сам-то он себя чувствует хорошо, как бы, помимо, ну, кроме того, что у него сопельки. Он играется, хорошо ходит в туалет. Температуры нет. Температуры у него нету, то есть у него все замечательно. Глазки надулись. Глазки. Кстати, сейчас у него, по-моему, глазки уже чуть получше, тоже закапали. Сейчас будем капать в глазки часто. Промывать носик, да? Ну и зайки. А завтра уже после анализа будет более понятно, что там покажут они. Стоит антибиотик вводить, не стоит. У него фузел один там воспален. Не сильно, она сказала, чуть-чуть один увеличен, но, в принципе, все в норме. Да. Пасть чистая. Ну, главное, что он активный. Ну, так-то все равно боязно. Включили боязно, тут обработку, да. Ультрафиолет. Ну да, мы сейчас обрабатываем помещение, потому что все-таки Ханочка здесь. Хоть у нее и стоят прививки, но все равно боязно. А в такую погоду Ханочку на улицу не выдворишь. Вот. Поэтому такая вот ситуация. Ситуевенько. Сейчас промоем тебе еще раз глазки. Подписывайтесь на наш лайв-канал. Здесь будем показывать такие мелкие видосики, разные ситуации в жизни. Тут видео выскакивает часто у нас. Вот, так что следите за нашими новостями.